Всем привет! Audi A6C5 2.5 TDI, моторчик АКН. Вроде бы все хорошо, все обслужено, но машинка под нагрузкой дымит синим дымом. И причем то, что менялись колпачки маслосъемные, но все равно дым такой идет. Поэтому, как правило, проблема у нас будет, наверное, с турбинкой. Как проверить? Проверяется очень просто. Снял корпус воздушного фильтра, снял патрубок. Снял соединение, вот это резиновое, с нижней частью турбины. И что у нас получается? Сейчас, когда мы будем газовать, воздух будет засасываться турбиной, и снизу будет он выходить. Так вот, если мы поставим туда вот вниз белый листик, и будем газовать, где-нибудь там поддерживаем оборот 2500, если листик будет чистый, значит турбина масло не кидает. Если же у нас листик будет весь в масле, значит, турбинка кидает масло. Смотрим. Беру твердый картон. Такой вот чистенький. Засовываю около выхода с турбины. Вот. Сейчас заводим машину и смотрим на результат. Вот, друзья, ну вот это вот буквально за сколько здесь, 5-7 секунд. То есть, соответственно, вот это все масло. И, естественно, все это масло, оно берется откуда? С трубки, которая подает масло на турбину. То есть, турбинка уже подустала, и, соответственно, масло не сливается все полностью вниз турбины, а выходит, по крайней мере, на впуск. Может быть, оно еще выходит на выпуск. Ну, тем не менее, вот это показатель о том, что вся система интеркулера, она уже будет в масле, и моторчик будет подъедать масло. Не потому что мотор плохой, а потому что турбинка его подкидывает во впуск.